Более 50 работ в областях повышения энергоэффективности предприятий, автоматизации технологических процессов в ЦБП, целлюлозно-бумажной промышленности, экологии и охране окружающей среды и других были представлены на научно-практической конференции о перспективах развития техники и технологий в ЦБП. Из-за рождения этой научно-технической базы, обсуждение проблем, постановка задач и, может быть, вот те доклады, которые заслушиваются, уже решение этих задач или пути решения этих задач, они как раз являются максимальной пользой. Особенность этой конференции, что она проходит практически по инициативе предприятий. Необходимость диалога с наукой, с вузами и студентами приводит бизнес к другим формам взаимодействия. Участвуют в разработке программ обучающих, они участвуют в производственной практике, причем не в той практике, которая стандартно там раз за пятилетие проводится, а в реальных практических занятиях. Польза в этом плане, что люди познакомились, наметили какие-то планы, и дальше уже совместно люди на производстве и люди из науки совместно двигаются дальше. Для студентов такие конференции не просто теоретические изыскания, они вовлекаются в решение практических задач предприятия. Мы договорились о более глубоком взаимодействии, постоянном взаимодействии путем создания инжинирингового центра. То есть центра, который осуществляет постоянный контакт между предприятием и с учеными университета. В будущем году предприятия целлюлозно-бумажной промышленности и вузы планируют перевести конференцию на международный уровень.